Всем привет! Сегодня у нас гигантская компания. Сколько нас, Серега, человек? 6 человек, с ума сойти. Мы в жизни, наверное, ни разу 6 человек не ездили такой толпой. Сережа сегодня с нами, как обычно. Наконец-то. О, 3 ноября. Вот такой у нас снег выпал. Снегу дохренище. Сантиметров 10, наверное, выпало. Пойдем мы сегодня 4-5 километров. Не знаю, куда парни пригласили. За что им большое спасибо. Прогуляемся, посмотрим. Что-то, может быть, и даже найдем. Наверное, это не точно. Но мясо пожарим, будет весело. Вот здесь полтинник, короче, да, да, лежит. Давай я приподниму, ты руку засунь. Все нормально. Серега, погода-то не копальская. Ветер дует, снег лежит. Зачем мы вообще сюда пришли? Чайку попить только если. В общем, рассказывай. Пацаны ушли копать. А мы, Сережа, чаек пьем, тут нафиг нам это надо. Слушай, костер тут снизу разгорелся, вообще нормально. Что будет без меня бы делали? Итак, у нас снег выпал. Это завершение закрытия сезона. Первая находка. Это была кирка. Скорее всего, или кайло, или как. Кайло и кирка, Серега, это то же самое, да? Будем считать, что это кайло. А может, кирка. Не знаю. Ну, в общем, старая древняя вещица. С одной штукой это кайло, значит, наверное. Но это не точно. Если кто знает, может поправить. Парни вон там в поле вышли, а там метель вот такая вьюга. Не знаю, это странный коп. Странный коп, но это коп. Закрытие. Ну его нафиг. Что-то они там делают. Шурф, наверное. Наверное, дом нашли. Посмотрим, сходим. Ребятки тут что-то наткнулись на местечко интересное. Фляжка попалась. Сейчас посмотрим, что за клейма здесь. Что тут не по-русски написано? Легенд Фау, да? Фалу. 1916 год. Ничего ж себе. Это что за фляжка такая модная? Эмалированная, с эмалями. От чего такая интересная? Кто знает, может подскажет. Вот это круто. Я таких, кстати, не видал вообще. Интересная штукенция. Так, что еще здесь? Тесторезка. Поди, из монеты сделан? Ну, звенело как монета. Да там пятак, наверное, Николая. Александра, скорее всего. Ну что, круто. Круто. Пацаны, я вас поздравляю. Ну, вот они веселые, нарядные прямо. Красавчики. Во, ну-ка, ну-ка. Ничего себе. Поперла, поперла. Слушай, ну правильно, дом копаете прям. Вообще молодцы парни прям. Вообще здесь жил, знаешь кто? Архитектор какой? Ну-ка, ну-ка. Да. О, так это вообще рарик. Ему зарплату платили. Копейками, да. Копаем дом чертежника. Слушай, это же не циркль, это черта. Как он, чертеж называется? Ну да, да, да. Как он называется этот? Чертила. Ну, эти столярные дела. А столярные? Да. Это, ну, он тоже цирк. Когда вот дом, знаешь, сруб делают, как бы чертят-то вот это, вырубают когда. Ну, в общем, не знаю, как-то так. Ну, наверное. Прикольная вещица. Прикольно, кстати, да? Ух ты. Это продолжение той. Так это, смотри, пряжка. Пряжка. Да, да. Да, монгольская. Вон там рельеф какой-то. Чугунного князя чугуния. Да.
Я даже чистить не буду, что-то чисто. Шутки шутками. Что-то не очень-то. Ну что ж, как бы находка. Пересекли мы, Сережа, вот этот лох. На той стороне там дома стояли. Сами ему базу сделали на ручье, впадающем в речушку в эту. И вот она, речушка идет здесь. Поднялись вот здесь. Вот, скорее всего, тоже стояли дома. Видно, что что-то непонятное. Сейчас посмотрим. В общем, залезли мы, Серега, здесь в кушри в этих. Перешли. Да, действительно, здесь стояли дома вдоль вот этой речушки. И вот она. Прямо стекляшка, пузыречек был орленый. Вон орел прослеживается и аптека. А на его месте мог быть целый. Так что надо сейчас подетальнее посмотреть. Здесь, конечно, так все непонятно под снегом. Ну что ж, попробуем. Идет. Давай, иди сюда. Здесь монеты дают, Серега. В общем, рассказывай. Вот только что здесь вот поднял обломок стекла, там он керамика всякая, и вот она первая монета. Монета это точно царская уже. Царская монета, а какая? Мы сейчас посмотрим. Ой, Серега, как лось идет. Сейчас мы ее почистим. Да посмотрим. Серега, вот она. Ну, полкопейки, наверное, что там еще? Либо Николай Первый какой-нибудь. Вот, точно снег же есть, а я хотел что-то водой брызгать. 16-й год. Нет, это денежка. Денежка? Николай Первый? Сейчас скажу. Да пофиг. По-моему, Николай Первый, я что-то там видел. А2. А2? Это буква, которая? Да-да. Вот так это прикольная, она вообще... Прикольная. Она и красивая. В общем, Сережа, вот смотри, вот тут вот прямо надо вот это все, это верховая монета. Сейчас я почищу. Канина. Так, вот она. В общем, монетка интересная. Блин, нифига не видно, короче, Серега. Надо подсвечивать. Надо подсвечивать, но я потом у костра. А что, где у меня свет вообще? А вот. Вот так видно? Нет, не видно. Да, плохо видно. Это Александр. Ой, вообще не видно. Александр Второй. Короче, о, так она бодрая. Бодрая. Она бодрая вообще. Нормально. Подсветить надо. Да-да-да. К костру подойдем, я подсвечу. Ну что? Как бы вот надо, Сережа, продолжать. Александр Второй. Денежка. Надо пока руки чистить. Че ты тут говоришь копать-то? Да, Сережа, да, копай здесь прям. Сейчас. Вот же монеты есть, стекло есть. Че еще надо? Чайте, пописи тут. Ну, Сережа, а. Вот, да. Монетный сигнал зацепил. Ну-ка, сейчас посмотрим. 94. Ну, как бы, похож, Серега, да? Да, похож. Ну-ка, на, подержи. Я сейчас ткну быстренько. Место, конечно, и время выбрано. Крайне неудачно. Крайне неудачно. Ну, скорее время. Время, да. Не повезло. Бывает. Че, разрубил пути что-то? Конечно. Слушай, очень похож. Копай, Андрей. Очень похож. Монета, прикинь, да? Нифига себе. Тоже два, что ли? Нет, это копейка Николая. Или нет, советская, по-моему. 24-й год. Ха! Ой, потерял, Серега. Вот тут. Где-то. Блин, потерял монету. Полуруки! Серега, я потерял. Пусти меня. Серега, монету потерял. Блин, а! Сейчас найдем. Копеечка, 24-й год. 24-й год. Обычная монета, но необычная тем, что она найдена из-под снега и в битом месте.
Это вот да. А вот там была еще одна монета. Ох, ветер сегодня. Мы на них смотрим, они на нас. Как лосится я там. Все. Мясо пожарили, пообедали. Пацаны собрались, говорит, поехали домой. Ну, поехали. Мы бы, конечно, еще немножко потусунули бы здесь. Но надо идти. Погода так-то вообще не копальская. Совершенно. Ну, где это видно, чтобы копать в такую погоду? Ну, что это? Не, ну, мы, конечно, копали как-то всю зиму. Было дело с киркой, но тогда мы еще не рыбачили. Просто надо было чем-то заниматься. Нормальное место. Вот здесь дома стояли, вот там деревня стояла. На той стороне ручей, речка. Отличное место. Я думаю, надо здесь весной, когда травы нет, пошляться. И все будет. Все будет точно. Рубли, полтины, кресты, медали. Сувель, ручки для ножей, да, мебеля всякие делать.